игра «Новая школа императора». Помогите любимому герою интереснейшего мультика спастись от планов Измы. В процессе увлекательной игры «Новая школа императора» в ваших руках его судьба. Ведь по задумке авторов бескомпромиссной игры «Прокуска. Новая школа императора» нашего героя ждет бесчисленное множество ловушек. С обожаемым всеми персонажем известного мультфильма случается беда, и ему приходится бежать. Бежать так быстро, как он только может. По земле, воде и воздуху. Меняя стихии и тела, как перчатки. Его пытается поймать злобная Изма. Ради этого она посылает своего помощника, Кронка, на поимку. Он пытается поймать его, стоя на земле, плавая в воде и даже с очком в руках. Ваш герой имеет при себе множество путей к спасению, и еще больше их он находит по дороге, выпивая соответствующие зелья, которые никогда не заканчиваются. Куска может превратиться в бабочку, рыбу или самого себя, избегая опасностей, которые ждут его на пути. И держит нас в напряжении на протяжении всего уровня игры «Новая школа императора». Например, если он видит перед собой Кронка, то спокойно может нырнуть рыбкой в воду и проплыть несколько метров, вернув себе нормальный облик. На вашем пути будут бонусы в виде дополнительных зелий, которые активируются отдельно в игре «Новая школа императора». С помощью их Куска приобретает на время более живучую форму, позволяющую как избежать опасности, так и заработать дополнительные очки. Став слоном, он сносит Кронка как пушинку. Превратившись в орла, разрывает сачок для ловли бабочек. А оказавшись лягушкой, с легкостью перескакивает за пруды, такие опасные для передвижения в виде рыбки. Однако не все препятствия можно уничтожить, использовав подобранные зелья. Все уровни изобилуют опасностями, которых нужно просто избегать. Ямы в земле будут опасны для вашего слона Куска, который к тому же боится мышей, что станут еще одной неприятностью на его пути. В общем и целом, вам придется хорошенько постараться, и вытягивая любимого героя из неприятностей в сложной и захватывающей игре «Новая школа императора», вам предстоит перехитрить множество опасных злодейских ловушек, саму злодейку Изму и природные неожиданные сюрпризы, что так досаждают во время погони. Для прохождения этой аркады вам нужно будет приложить максимум внимания, сосредоточенности и отточенной до автоматизма реакции. Bye-bye. Oh, yeah.